Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас обзор на вот такую шоколадку KitKat Senses Deluxe Coconut. Надеюсь, я прочла правильно. Переводим. Белый шоколад со вкусом кокоса и молочный шоколад со вкусом миндаля с хрустящей вафелькой. Вот такая вот шоколадка. Вот так она должна выглядеть красиво. Это прям у KitKat особенная коллекция шоколадок вышла, которая безумно-безумно вкусная. Здесь сразу написано, какие еще есть. Давайте посмотрим состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте его. Так, здесь у нас что? Здесь у нас другие страны, не только Россия. KitKat отправляется по всему миру. Так, давайте его откроем и посмотрим, что же у нас там внутри. Вот такие ямочки интересные. Так, для небольшой шоколадки нам понадобится большая тарелка. И как он выглядит красиво. Так, ну-ка. Сравним. Ну, здесь полосочки, конечно, более темнее, по-моему, чем здесь. Да, все-таки более потемнее. Но здесь нету в разрезанном виде или откусанном виде. Нету. Мы с вами, значит, здесь сравниваем только внешний вид. Ну и, конечно же, будем сравнивать вкус. Видите, какой красивый. Надо же такую красоту сделать. Самое интересное, что, смотрите, здесь белый шоколад, а с этой стороны уже темный. Такой двухцветный. Вот, уже на маленькие киткатины разломлен. Вернее, раз это сделано. Так, вот так выглядит он внутри. Большая вафелька, вокруг у нее шоколад. Должно быть очень-очень вкусно. Давайте ее попробуем. Очень нежный вкус, ароматный, вкусный, неприторно-сладкий. Ощущается миндаль, молочный шоколад, прям четко очень ощущается. Если обычно бывает, если молочный шоколад, то он какой-то там такой непонятный шоколад, то здесь прям обалденно вкусный. Ощущение, как будто я съела молоко, которые не пьют, а именно едят. Такое, как вам объяснить-то? Которое не разливается, ощущение. Которое кусается, вот. Которое можно откусить молоко. Прям вкус такой молока явного ощущается. Вафелька очень такая прям классная, вкусная. Такой шоколад, знаете, вот честно, хочется есть, есть и есть. Он обалденно просто вкусный. Еще вместе с вафелькой. Давайте еще раз попробуем. Ощущается кокос. Хрустящая вафелька. Такая хрустящая. И в то же время нежная она. И мягкая. Всегда кажется, если кокос, то это баунти. Какой-то аромат баунти присутствует. Или, может быть, скорее кокоса. Такая прям обалденная шоколадка. Очень вкусная. Такую можно, мне кажется, за секунду просто съесть полностью. Она очень вкусная. Очень такая она нежная, ароматная. Хорошие, молодцы прям KitKat сделали. Сделали хорошую шоколадку. Вот такой у нас с вами был обзор. Свои отзывы об этой шоколадке. Если вы ее пробовали, напишите в комментариях. В YouTube мой канал называется Art Mania. Обязательно ставьте лайки, я стараюсь для вас. Подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить новый ролик, который выйдет уже завтра. У меня влоги выходят каждый день, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. И обзоры на продукты через день. Обзоры на продукты из магазинов Fix Price, Победа, Светофора, обычных, шоколадки разные, разнообразные, там
Alpen Gold шоколадки. У меня целая коллекция. Почти все шоколадки уже сделала обзор. Всякие новенькие, необычные. Поэтому обязательно подписывайтесь. Мне будет приятно. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!